В Бендерах прошла благотворительная акция в поддержку детей, борющихся с онкологическими заболеваниями. Представители городской госадминистрации посетили семьи, в которых растут маленькие бойцы. Вот мы привезли для Лилечки небольшой подарочек. Здесь игрушечки, сладости, чашечка. Держи, Лилечка. После долгого лечения у малышки Лилии улучшение. Татьяна Баутина – многодетная мама, несмотря на трудности, наполненная энергией и оптимизмом. Эти качества помогают бороться с недугом. Мы знаем, что есть такой день, 15 февраля, день борьбы с детским раком. И я очень надеюсь, конечно, что и таких детей будет как можно меньше. Все детки будут здоровы. Большое спасибо за внимание. Нам очень приятно, что мы не остаемся в стороне, что государство о нас помнит, знает и заботится. В семье Ветрич тоже трое детей. Маленький Саша недавно прошел 6-ю химиотерапию. Впереди еще 2. Состояние стабильно, говорит мама. Лучший подарок для нее – это здоровье сына. Конечно, приятно. Конечно, у него завтра день рождения. Конечно, это приятно. Для ребят подготовили различные подарки. Витаминные наборы, развивающие игры и многое другое. Маленькие радости детям необходимы, ведь позитивные эмоции тоже своего рода лекарства, отмечает замглавы по соцвопросам Оксана Котеля. Мы развозим подарки онкобольным детям. Всего в городе Бендеры таких 26 детей. Прежде всего хочется поддержать морально родителей, также деток. Сегодня также мы вручили им сертификаты на 5-разовое посещение бассейна от главы государственной администрации в водолечебнице, в нашем лечебно-диагностическом центре. Благотворительная акция приурочена к Международному дню борьбы с детским раком. Это инициатива Ассоциации «Онкологи Приднестровья», которую поддержали в Министерстве здравоохранения и в администрации президента, а также спонсоры – Ассоциация фармацевтов Приднестровья и фирма «Хайтек». Елена Росланова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.